игрушкам. Привет! Меня зовут Лея. Семья Мишек пригласила меня в гости. И я решила приготовить угощение для них. А что может быть вкуснее мороженого? Из розового пластилина сделаю клубничное мороженое. Смотри, какая красота получилась! Из оранжевого пластилина я сделала апельсиновое мороженое. Зеленый пластилин – это киви. Готово! 1, 2, 3! Пойдем со мной в гости к медведям. На улице дождик, возьму зонтик. Смотри, это домик медведей! Здравствуйте! Какой у вас красивый дом! Привет, Лея! Смотри, какие у меня красивые заколки! Очень красивые! Держи, это тебе мороженое! Спасибо! Так вкусно! Лея, смотри, какой я домик построил! Ого! 1, 2, 3, 4. 4 этажа! Какой высокий! Держи, это тебе! Угощайся! Очень вкусно! Спасибо! А это мороженое тебе? Ого! Мороженое такое маленькое. А Мишка такой большой. Я сейчас. Где-то у меня было. Так. А, вот. Нашла. Смотри. Это желтый шариковый пластилин. А это красный шариковый пластилин. Синий. Фиолетовый. Из этого всего я приготовлю большущее мороженое. Вау! Смотри, какой он классный! Смотри, это будет рожок.
посмотри, какое большое мороженое у меня получилось! Пойдем отдадим мороженое нашему Мишке. Вот, Мишка, мороженое для тебя. Ого, какое большое мороженое. Спасибо, Лея. Вкусное. Я так рада, что тебе понравилось. Теперь ты знаешь, как приготовить мороженое своим игрушкам. Поставь лайк этому видео и подпишись на канал. До встречи в следующих видео. Пока!